Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня я покажу вам вот такой классный зомби-страйк пистолет. Сайд-страйк от компании Hasbro. Купил его просто себе, очень нравится, как он выглядит чисто стилистически. Просто купил себе его для, ну, для вдохновения, что ли, так сказать. Вот, но, конечно, сегодня будут битвы Beyblade, это естественно. Мы будем тестировать Beyblade против бластера Nerf. Если, конечно, я смогу его распаковать, потому что что-то там америкосы, хасбросы намутили. Так, хочу поиграть, дайте мне бластер. Вот он, какой наикрутейший бластер Sidestrike с клипсой. Видали, здесь есть клипс. О, как же я мечтал об этом бластере. Заряжается он вот так и стреляет вот так. Ну, это просто awesome, друзья, это awesome. Я давно хотел такой себе бластер. Давайте, конечно же, достанем патроны, потому что без так. Без патрон нам не удастся пострелять в Бейблейды, да? Конечно. А сегодня мы будем заниматься именно этим. Будем стрелять в Бейблейд Бёрст. Ох, господи, как же они любят все это запаковывать. Не, конечно, упаковка это важно, да, друзья. Но она должна доставлять счастье при ее открытии. А я мучаюсь, вырезая эти патроны, понимаете? Ну как мне сделать это? Так, еще по-варварски. О, кстати, зомби-страйк, где даже прокрашен, обычно вроде не красит. Так, зелененькие патроны, тут их 6 штук. Сейчас я вам покажу, ребята, сейчас я вам покажу, вы просто обалдеете. И такой же бластер себе захотите, потому что он мега крутой, друзья. И он будет все у меня сражаться против... Бам! Против Beyblade Burst'ов. Так, сейчас покажу, как это работает. Значит, смотрите. Вообще можно положить патроны вот сюда, вот, смотрите. Опа! Зарядить, да, так сказать, бластер, чтобы во время боя легко их было достать и стрелять. Во! Вот так это дело и работает. Вот так это выглядит. Принты здесь. Очень классный бластер. Давно хотел. Просто для... Ой, вылетело патрона. Просто для... удовольствие. И, конечно, вот здесь можно разместить еще 6 штук на кобуре, но почему-то одного пуля не хватает. Где еще пуля? Кто зажал? Кстати, он можно, его можно положить как, ну, носить его можно как левшам, закрепить на левую сторону ремня, так, естественно, и правша. Но больше, конечно, для правши он подходит. Ладно, что ж, давайте вытащим пульки. И что? И будем его тестировать. Сейчас я покажу, как мы будем его тестировать. Значит так. Я запускаю волчок какой-нибудь. У меня здесь есть такой специальный волчок. Эй, Гейнан. Вот такой парень. Запускаю Гейнана. Пока он вертится по арене, я заряжаю бластер Nerf. И стреляю в этого парня. Пау! Смотрите, как Гейнан выдержал первый удар. Ничего себе. Еще раз. Пау! Еще удар выдержит, понимай. И он даже не разбирается, видали? Пау! 3 патрона уже на арене, а он все еще вертится. Пау! Ну все, 4-й патрон уничтожил Гейнана. Но при этом он не разобрался. Интересно. Так, что ж, давайте запустим кого-нибудь следующего. Очень хочется запустить. Не знаете кого? Я покажу. Зета Ахиллеса. Погнали. Так... О, я промахнулся по Зету Ахиллесу. Он улетел от моего мега-удара. На, получи, Ахиллес. Ахиллес просто выбивает патроны с ринга. Да вы чё? На, получай, Ахиллес. Все, он уже сдается, он уже сдается. На, добивание. Нет, вы еще одну пулю хочет он получить. Финальный выстрел. Хэдшот. Вау, просто пульки от них отлетают. Вау, по комнате. Слушайте, ну это мощно, мощно. Давайте дальше кого-нибудь уже запустим. У меня еще тут есть Зелен Зельтрон. Итак, погнали! Готов? Па-бам! Пульки улетают по всей комнате. Пау! О, не зарядил. Поехали! Промахнулся, вы представляете? Да ты че? Получай! Смотрите-ка, ну это самое... Держит оборону Бейблейда, даже такие удары пуль с маленького расстояния, они отбивают на раз.
И просто потом вылетают пульки по арене. Готовься, дедшот! Нет! Ну и все, вот такое веселенькое было видео. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, поставь лукас и пиши комментарий. Пока-пока.